86-м году встречают в авиационной части красный полковник, который сходу не здравствуйте, не до свидания, прошу пройти в банкетный зал. У нас в полку никто не пьет. Володя, разбавь, пожалуй, побольше, у нас женщины. Мы сидели до 4, и вдруг один из пилотов наших чудных говорит: 4 часа утра. Нам вас сегодня через 2 часа везти. Так, быстро, Володя, это штурман. Ну. Володя, вставай! Коля, это бортмеханик. И вся команда артистов, которая чудно отдыхала на этом застолье, мухой протрезвела. Мы взлетели, и началось стихийное. Очаг бытового пьянства не гаснет. Нам подсел бортмеханик, штурман здесь, пилот сидит напротив. Там кто? Да не вы, расслабься, ты автопилот, вот нормально все. Он говорит: оп, стоп, садится, Володя, пошли за мной.